Системы управления от фирмы «Штобич» гарантируют надежное закрытие проема и осуществляют круглосуточный контроль возникающих ситуаций. В случае пожара дымоизвещатель управляет пусковым устройством огнезащитной преграды. Сигнал пускового устройства освобождает удерживающее устройство, проем перекрывается. Наряду с этой простой формой управления могут реализовываться и комплексные решения с использованием CAN Open Bus технологий. Например, блоки управления Штобич типа RC7 имеют все необходимые для этого компоненты. Они испытаны и имеют допуск. Управление операторной панелью RC7 несложно. С помощью наглядного меню и понятного текста оно интуитивно программируется и обслуживается. Имеющееся устройство можно расширить до 48 участвующих систем. Bus Gateway обеспечивает непосредственную коммуникацию операторной панели с другими бас-системами, как ProfiBus, EnterBus или AIB. Удобная для пользователя настройка, наглядность и легкое расширение систем, незначительный объем работ при прокладке кабелей хорошо характеризуют нашу систему управления. Децентрализованное построение системы управления делает возможным легкий поиск и локализацию неисправности. Помехи могут быстро устраняться с помощью дистанционного диагноза. Штобич поставляет в сочетании с другими устройствами для каждой конкретной ситуации подходящую систему управления, например, комбинируемую с центральной системой пожарного оповещения здания. Мы подберем оптимальную систему управления для ваших специфических условий. Штобич Brandschutz. Инновации для вашей безопасности.